Хей, окей, с вами Шумики, мы продолжаем играть игру под названием Avalanche 2. Да уж, как бы то ни было, это жопа, теперь у нас боевые карты с вами есть. Ладно, изучаем дальше мирок. Вторую тюрьму давным-давно забросили, но когда я на днях проходил мимо, то услышал какие-то странные звуки внутри. Может, это были крысы? Да, тут многие можно, я вижу, бросать, так сказать, вызова, но мы этого делать не будем, ребят, с вами. И сундуки, походу, открываются только там, где ленточки. Эти дети опять задумали что-то нехорошее. И как они умудрились достать ключи от старой тюрьмы? Я чисто просто не вижу смысла с ними сражаться. Ну, блин, карты, но оно все равно время ж тратится. Что? Ты хочешь попасть на нашу секретную базу? Сначала ты должен принести мне 5 ключей, чтобы доказать, что ты один из нас. Каждый из нас бережно хранит свой ключ, так что это будет непросто. Где, черт побери, мой ключ? Проклятие. Наверное, я обронил его, когда играл в шахте в к западу отсюда. О, как раз этот ключ я и нашел. Эта дверь заперта. Старая тюрьма Империи больше не используется. Всех демонов заключенных перевели в шахты. Ну, хоть там от них какая-то польза. Колизей закрыт, у нас недостаточно бойцов. Кто будет сражаться просто так? Приходи позже, может появиться отважные бойцы каждый из... Так, жаждущие испытать себя. За дворцом присматривают не так хорошо, как раньше. Полагаю, это естественно. Все лучше будет веселиться или заработать деньги, чем служить императору. Но мы стражи и должны быть верны ему, несмотря ни на что. Эх, во время войны можно было остаться знаменитым лейтенантом, но в мирное время армии не с кем сражаться. Как думаешь, скоро кто-нибудь нападет? Вот было бы круто. Приятная погодка, не правда ли? Да. Ты... Да? Ты хочешь подержаться за руки? Хорошо. Ха. Ты слышал про пророка? Да. Серьезно? А люди говорят, что он уничтожил мир. Мне казалось, что это просто легенда, которую рассказывают детям, чтобы напугать. Что? Ты знаешь про великую катастрофу и все остальное? Ой, не сдавай меня моим предкам, они снова меня накажут. Ты же не настучишь, верно? А, у меня большие проблемы. Опа, это же библиотека. Я начинаю переживать за дорогую мисс Вальвент. И надеюсь, что она не попала в передрягу, отправившись на остров пиратов. У меня сейчас есть более важные дела, чем разговаривать с бывшими студентами. Я не хочу, чтобы они меня заметили. Вот в таких сундуках надо искать. А, и в таких нихера нет, я понял. Нужно все, короче, открывать. А тебя интересует история Империи? Ты знал, что после поражения Императора в Демонии словно по волшебству появилось ошеломляющее число демонов. Это лишь способствовало продолжению войны, в ходе которых маги погибли. Это история о Далкине Красном. У меня волосы дыбом встают. Конечно, он был прекрасным полковником, но также пожертвовал своей армией, чтобы убить Магуса. Неужели не было менее жестокого способа? Добро пожаловать в Великую Библиотеку Дженовы. Мы собираем самые древние тексты для досконального изучения. Понятненько. Я ищу конкретную книгу, найденную исследователями Ларго во время экспедиции на замороженный континент. Я могу поклясться, что она была где-то здесь. Опа, ман, природная жизненная энергия. Может, как раз ее мне нужно и принести в итоге женщине древо.
Понимаешь, я считаю, что торговцы недостаточно уважаемы. Я серьезно, мы столько трудимся и ради чего? К счастью, мы создали совет, который представляет наши интересы. Может, когда-то совет торговцев будет могущественный император? Да, это будет так. Так, а это заведение, да? Добро пожаловать в Макдональдс. Но боюсь, что мы сейчас закрыты. Мой дед оставил мне ресторан, когда умер. Он неплохо на нем наживался, но меня не радует качество еды. Я перепродавал кучу блюд, но не помогу найти нужный вкус. Я должен отправиться на поиски поистине эпических ингредиентов. Но я немного застрял здесь. Эй, а ты похожа на отважного путешественника. Ты принесешь мне 3 эпических ингредиента? 3 эпических ингредиента, там может быть на... отсылка на... тоже аниме. Отсылка на Торика, где охотники есть и повара. Они охотятся на божественные ингредиенты, которые типа божественное блюдо. О, спасибо тебе огромное. Я рассчитываю на тебя. Найди 3 эпических ингредиента и принеси их мне. Добро пожаловать. Давай я тебе сахар. Это не эпический ингредиент. Значит... где мясо? И что же ты нашел? Ого, стейки из мастодонта? Блестяще, огромное спасибо! Мне нужно еще 2 эпических ингредиента. Нормально, сейчас мы ему все дадим и найдем, что необходимо. После конца войны отец заперся и почти не выходит на улицу. Я понимаю, как ему сейчас тяжело, но и понимаю, есть предел. Решено, как только он умрет, я продам его дом. Никому не говорю, но мой жених сбежал к пиратам бухты. Хи-хи. Надеюсь, он вернется к куче сокровищ. И даже может быть с прекрасным шрамом на щеке. Так он станет еще мужественней. Эта дверь заперта. Все эти приготовления к 50-й годовщине измывают меня. Ты случайно не видел где-нибудь моего сына? Он в последнее время много играет с друзьями. Ладно, они хотя бы не попадают в неприятности. Думаешь, я скажу, где спрятан ключ? Ха-ха-ха. Если бы ты был почтальоном, у тебя был бы шанс, но тебе не повезло. Большое спасибо. Почтальоном, если был бы почтальон. Я понял, где что может быть. Прости, но тебе сюда нельзя. Конечно, для детишек это плохо, но они это заслужили. А вот еще один ключ. Так, а теперь у меня возникают вопросики. Ключи у меня то есть. Сколько у меня их, подожди? 4 ключа. Так, запись идет, хорошо. Давайте тогда перейдем в комнату, там, где вот эта зачинщица была всего этого. Мы с ней поговорим. Кто ты? Ты считаешь, что можешь помешать? Не-не-не. Так, мне нужен ключ, подожди. А где мне искать еще один ключ? Молодь. А вот это вот сложности пошли. ГГ. Где мне ключ искать? Последний, 5-й. Давайте идти и смотреть. Может, мне нужно вот ту и сказать, что да, я расскажу твоему родителю, поэтому давай мне ключ. А давайте попробуем. А у меня большие проблемы.
Ты такой крутой. Вот, возьми, может, мой ключ. А, так подожди, так. Я ж так говорил, что я не настучу. Ну ладно. Все, у меня пятый ключ, и мы можем идти. Секретное убежище. Так, и здесь я был. Что? Ты хочешь попасть в нашу секретную базу? Сначала ты должен принести мне... Да-да-да. Каждый из нас бережет хранитель. Тогда я тебе впущу. Пророк скоро встретится с тобой. Ну что, полетели? Ага. Эта дверь заперта. Спряталась, так спряталась. Ну, я понимаю, что на той стороне. Не убежишь. Ты перестанешь преследовать меня. И кем ты себя возомнил? Взрываешься... Так. Врываешься и все ломаешь на нашей базе. Тебе все равно не удастся предотвратить великую катастрофу. Тебе никогда не удастся попасть сюда. Не-не-не-не. Ну, если тут есть вода, я запущу воду, заморожу воду и... Все логично. И как мне это провернуть? Я что-то вообще не понимаю. Двигается только серое, я понимаю. Делаем так, делаем так. Тут проходим. Да, я походу воду запущу. Тут есть проходы? Тут проходы есть, хорошо. Так, ну здесь труба становится. Я прикола не пойму с вот этим вот. А, все, я понял прикол. Короче, я понимаю этот. Передвигаем этот. Опускаем этот. Передвигаем этот. Пускаем этот. И что? Бля, нужно было наоборот сделать. Надо было сделать наоборот. Вот так, вот так. Так, ну давай, чтобы время зря не терять. Так. Так, вот так. Так, хорошо.
Ну и все. И сдвигаем только этот. Готово. Сейчас должна быть вода пойти. Давайте сначала мы еще сходим туда. Не по сюжетной стороне. Так, а как мне только отсюда выбраться, теперь вопрос. Если все зациклиново. Или все равно? Мы же воду уже остановили, да, по сути? Ну да. Девка замораживает, поэтому она нам поможет. А? Посмотри, что ты натворил! Ты собрал 5 ключей! Ты затопил нашу секретную базу! Вода покрыла все! И ты разбил в пух и прах мои горшки! Ты! Великий разрушитель! А, вот что он, типа, начал пророк делать! Так, вот как ты стал великим разрушителем, Шимики! Думаешь, мы переживали по пустякам? Но мы все равно должны остановить пророка. Мы встречались с ним в будущем. Он совершенно чокнутый. Наверное, он так стоит за великой катастрофой. Ну, давайте возьмем... Ты ж не заморозишь? Видишь эти капли, парящие над водой, Шимики? Я думаю, я могу использовать свои силы, чтобы заморозить их. Стоит попробовать, верно? Да, стоит, но сначала мы вернемся сюда. Я хочу посмотреть там нижнюю часть. Могу ли я там заморозить? Да, могу я тут заморозить. Так, хорошо. Так, звездочку получили. Это отлично. Ну да, я же говорил, что нам все равно придется возвращаться сюда. Короче, я сделал копию сейва этого, поэтому, чтобы я не мучился в следующий раз, не перепроходил заново всю полностью игру. Я просто буду сейвы вставлять, да и все. После того, как я все серии заснял. Эй! Вы еще кто? Почему сегодня все врываются на нашу секретную базу? Вы хотите предотвратить великую катастрофу, верно? Великую катастрофу? Какую катастрофу? Это сын этого, Меноса. Что? Ты демон? Эй, он задал вопрос. Ответь на него. Я... Не ешьте меня. Я все расскажу. Это был наш план, мой и моих друзей. На 50-ю годовщину мы хотим устроить великую катастрофу. Они в этом тоже виноваты. Взрослые. Они наказали нас. Они сказали никаких фейерверков. Поэтому мы решили, что можем все ставить. И бах! Но это все... Но это все, клянусь. Ты называешь это великой катастрофой? Великая катастрофа — это когда весь твой народ стирается с лица земли. Когда у тебя остается лишь ярость и воля не нанести возмездие. Имей терпение. Грядет настоящая великая катастрофа. Она позволит тебе вкусить поражение и уничтожение. Она отомстит за совершенные людьми злодеями. Мы собрали всю энергию из этого места. Еще немного. Совсем немного. А это еще кто? Так это вы собираете устроить великую катастрофу, тогда мы пришли остановить вас. Да неужели? Я думаю, что можешь сразиться с нами, когда мы готовы умереть за свое дело. Я не боюсь опасности. Великий разрушитель, спаси меня. Мы остановим вас здесь и сейчас, чтобы защитить будущее. Это мы еще посмотрим. Всем стоять! Эй, куда они делись? Они сзади. Это засада. Я знал, что они опасны.
Они не смогут нас ничего сделать, потому что мы... Специальное войско Империи! Вы арестованы. Отлично. Благодаря вам мы сможем остановить демонов. Демонов? Никто не говорил про демонов, верно? Нет. Подозреваемый молодой человек и две молодые девушки. Люди. Это точно они? Слива. Вишня. Думаю, нам пора уходить. Шимики, быстрее, мы должны их остановить. Великий разрушитель, я разберусь со специальными агентами. Спасибо. Бегите. Нам лучше всего сейчас идти за демоном. Ну ладно. What the fuck? Вы преследуете нас? Уходите, я с ними разберусь. Береги себя. Ну давайте, повеселимся. Лол, это знаете как этот? Игра, где мы должны... Ой, я понимаю... Я понимаю, мне... Ладно, плевать. Блин. И типа еще нужно угадать, на какой она будет полосе, понимаете? Ах, да ладно. Я до сейва не долетел. Ну черт. А, елки-палки. Короче, нужно сразу наверх. А, это другой, подождите, сейф. Все, я сохранился, это хорошо. Сколько ей ударов надо? Ах, ты ж ё-моё, коробки, точно. Ах, ты ж ё. Манат. Как она, Виктор называлась, кажется, игра, если не ошибаюсь. Блин, а понимаете, дело в том, что если... Мне нужно успевать. Да ёлки-палки. Ай-яй-яй-яй. Я сложный вариант выбрал, да? Можешь мне просто не прыгать? Я ей много урона наношу. Ай-яй-яй-яй-яй.
А кто я мог знать, что там нужно прыгать? Бля, это жестко. Поэтому лучше на самом деле, мне кажется, тут не спешить. Ай-яй, сбежала. Да ладно, это что, отсылка на этого? Мегамена? Да ладно. Прикол. Сейчас должны быть врата и битва с боссом. Раз вы закончили с разогревом, перейдем к делу. Ну, в принципе, атаки очень слабые. Прости, Слива. Ты сильный. Возможно, ты сможешь его остановить, защитить от собственного безумия. Я и Слива были недостаточно сильны. Помоги ему. Он совсем один. Так, ладно, ты что, серьезно? Типа, умер? Не верю. Двое других убежали. Мы должны найти их. Наверное, их уже и след простыл. Но мы должны найти их, чтобы предотвратить великую катастрофу. Все еще не могу поверить. Если вы говорите правду, что могло вызвать такой взрыв, потребуется огромное количество энергии. Я не знаю. Есть идеи, Шимики? Ну, в принципе, нет. Кругом сплошные тайны. Скорее всего, мы не найдем подсказки в Дженове, поэтому нужно поискать в других местах. Зеленая жижа. И где мы сейчас? Ага. Ну стой, блин, других... Ага, давайте мы в этот сейчас сходим. В тайное убежище, девчонок. Либо давайте мы сейчас с вами, знаете, что сделаем? Я тут так подумал. Сходим в этот. В канализацию снова. Снова в канализацию. Для того, чтобы... Теперь ты можешь войти в нашу... Чтобы посмотреть, в порядке ли она там или нет. Побежали. Шустрее. И все, да? А, то есть, и тут все равно, да, начинается бег? То есть я по факту могу все заново потом пройти. Блин, и жалко, что я не могу... Мне теперь это обязательно, да, для прохождения нужно?
Но звездочек тут, по идее, нету. То есть, по факту, я не знаю, что здесь можно искать. Типа, я думал, битва... Хотя... Но Мегамен, он не такой. Там, типа, тебя не подспешают. Но там враги постоянно спавнятся, поэтому там это бесит очень сильно. Мегамен это очень сильно бесит! И херово то, что прыжки сразу не срабатывают. Интересно посмотреть атаку этой. Ладно. Но она по-любому разрывает все коробки просто насквозь. Блин, мне придется это заново пробегать, ребят. Ну что? Что мне делать? У меня выбор, что ли, есть? Не знаю, зачем здесь ветряки эти. Ладно. Это просто. Хорошо. Но здесь на самом деле не так уж много бегать. Ну блин. Ну, ссылка только на Виктора, это игра из ДВК, где мы по крышам, типа, прыгаем. Я пытаюсь выбрать самый такой хороший путь, если это можно назвать хорошим путем. Как это понять? Как это вообще понимать? Ладно, слушайте, давайте, я думаю, мы с вами на этом закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.